десяток рабочих, спецтехника, противогололедная смесь. Так удается поддерживать красоту и опрятность верхнего городского парка постоянно. Это место давно стало излюбленным для рязанцев. Здесь часто гуляют влюбленные пары, родители с детьми, а пожилые граждане летними вечерами приходят сюда на танцы. После того, как парк начали модернизировать, находиться здесь стало еще приятнее, даже в холодное время года. Пока зима отступает, сотрудники дирекции благоустройства города помогают лишнему снегу и образовавшемуся льду покинуть этот парк. Ежедневно здесь проводится удаление наледи, обработка противогололедной смесью и механизированная уборка пешеходных дорожек. Поскольку в этом парке каждый день гуляют дети, способные подобрать любой мусор с земли и попробовать его на вкус, здесь необходимо следить за чистотой. Таким образом, в сквере соблюдаются не только санитарно-эпидемиологические нормы, но и поддерживается эстетический облик парка. Производится ежедневная уборка урн, сбор случайного мусора. Подобная работа проводится во всех городских парках, которые с каждым годом становятся более привлекательными благодаря появлению новых арт-объектов, детских площадок и мест для отдыха. Устранение наледи и уборка снега продолжится до тех пор, пока зима окончательно не покинет наш город. А дальше сотрудники благоустройства города займутся озеленением территорий. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».